чья-то кошка. С ошейником. Все. Ой, люди идут, кто-то в школу, дети в школу, взрослые на работу, маленькие дети в садик идут, кто-то из садика, кто-то, господи, все куда-то идут спешат. Моя кошка вот, и никуда не нужно. И никуда не нужно спешить. На дом, регулет, на корм, да? Да. Вот эти цветочки нужно полить. И вон, смотрите, и у этой цветоносик, и у той цветоносик, да, и вот он цветоносик, и вот он цветоносик, и у этой цветоносик, и вон он цветоносик. С корнями, ну, без грунта растут. Как говорится, продолжение следует. Ой, привет, друзья мои. Хочу показать, что я купил. Вот такие вот чебуречки с мясом. Вот такие вот. Ну, такая вот жарка. Жарка называется. Сейчас, короче говоря, что я сделаю. Это чтобы быстро поесть, ну, такая вот марка, без сои, мяса, все. Сейчас мы, ну, что будем делать, сейчас вот так, я открываю, сейчас вот тут дырочки сделаю, вот здесь, короче, вот так вот дырочки сделаю, 4, все вот так вот, чтобы потом раз и все, вот, все, друзья мои, сейчас вот,
Поставим это все в микроволновку. На сколько минут? Я сейчас посмотрю. Так, микроволновка у нас на 3 минуты. На 3 минуты поставим микроволновочку. Главное не спалить, друзья. Ой, извините, такая не ржавая. И покрасить нечем, друзья. Вот, на 3 минутки ставим. Все. Сейчас оно будет готово. Через 3 минутки. Встретимся. И что у нас Маня делает? Ей уже вот эта понравилась штука. И она сейчас будет вот так делать. И, короче говоря... Да, Маня? Ой, я такая коча. Да, я тоже хочу чебуречки. Гути-бути, гучи. Гучи, да-да-да, уси-буси. Бузи-бау. Да, Маня? Да-да-да, да-да-да-да-да. Уси-пуси. Ну вот сейчас я вытащу эту нашу телепайку. Она такая горячая. Вот это вот. Горячая. Сейчас мы попробуем. Красавица наша. Ну, будьте осторожны всегда. Так, ножичек нужен. А, вот. Рядом ножик. Это же... Вытаскивать. С одной рукой неудобно. Держать телефон. И это. Вот такие вот классные эти штучки. Мы сейчас это все. Вот это вот перебацаем. Помогите мне. Да? Ой. Давай, выскакивай. Вы говорите, я блогер. Блогер должен, как говорится, все делать одной рукой, как Люда Флорида. Ну, вот, понимаете? Ой, господи. Пар. Все. Это можно вытянуть. Видите, такие... Интересно. Мы сейчас будем кушать. Такие клевые. Ладно. Ну, теперь, друзья мои, я хочу попробовать. Вот эти чебуречки я часто покупал раньше. Мы так раньше работали, когда я работал, микроволновку положил, и все. И кушаю. Так что, вкусно, друзья. Будем кушать. Вот это приготовить завтра. Друзья. Вот так вот. Ну, всем пока. Люблю, целую, обнимаю. И чебуречки вам даю. Все, всем пока. Пока, милые. Поем. И там будем мяу-мяу. Вот, друзья, смотрите, куча воробьев. Воробьи, вон они, смотрите, как они шныряют тут. Маленькие такие. Ковыль. Еще дерутся за хлебушек. А, видишь, это те. Господи. Прямо, знаете... Как будто хлеба не хватит. Там летают они.
птичек много. Нет, там вчера. Она не видите, что-то. Как пионер, бляха-муха. Видите? И, как говорится, и моя огромная кошка, она смотрит прям на них вот и говорит: ай-яй-яй-яй-яй, сейчас бы я вас съела бы. Вот. Вот такие вот дела, друзья мои. Вот у птичек бои без правил. Вот так вот. Так вот. Ладно, еще будет интересно что-то. Расскажу, покажу. Покажу, расскажу. Цветочки растут, кстати. Пугливые такие птички. И моя дорогая Манюшка. Маня. Ва-в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 а. Да-да-да-да, я такая коша. Уси-пуси, да? Всем доброе утро, друзья мои. То есть, добрый день, или обед, или как, не знаю, кого, чё. Вот. Синичка. Ветер у нас такой вот. Ну вот у нас, у меня дорогая Маня, да. Ой, мой бабо, где вы уже моя поте? Я пока учила, да. Ага, мя-мя. Вот они, тихо. Фокус, 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 фокус. Где ты, фокус, фокус? Вот, подъемся давай-ка. О-то-то-то. О-то-то-то, не, я тебе не дам, это потепло. Мой голубь, иди, 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 ау-ау-ау. Воробей, воробей. Нет, смотрите. Этот уже хвостик распушил, хочет тю-тю-тю сделать. Нет, тю-тю-тю не будет тебе. Жадный. Иди, быстро. Мы тут с голубем зависаем. Вы сидите. На. Быстро. Вот я такая вот. Воробьиха. Воробьиха, мать, никому не даст, никому не даст. Воробьиха. Вон она куча прилетела. Вот, друзья. И воробей улетел. Какой воробей? Не воробей. Троглодит. Да. Ой-ой-ой. Антикутюн. Да, это антикутюн. Вон они поносили, собаки ловили. Вот она. Синичка. Ты, синичка, почему летела? Почему? А? Кто тебя обидел? Мы за тебя защитим. Да. Вон она сидит такая. Ведь я хочу тоже пожрать. Вон кто-то ручку выкинул. Господи, Иисусе. Да-да-да. Не хочет учиться в школе? Собака лаяла. Нафиг. Ладно, друзья мои, это была утренняя вам блог стрима или не стрима. Ну, неважно, вон они сидят такие. Жрать хотят. И мы пожрали. Ой. Поехали. Сейчас у нас собрание чириков будет.
Догадайтесь, кто это дерется? Напишите свои комментарии, да. Мое. Чудо-юдо. Либо кит. Нет бы спокойно поели и все. Так не, им же надо. Друзья мои, это ж как люди. Один воробей там троллит другого воробья, одна синичка там троллит другого гую синичку. Вот жизнь протекает, милые мои, вот получается. Слюслик, понимаете? Вот одни там дерутся, вот смотрите. Куроля. Один там, короче, наверное, командир. Когда я клушки где совохи. Ой, бля. У них футбол, бля, начинается. Утютюн. И знаете, воробьи это те же маленькие, это куры. Только в уменьшенном варианте. Ой, господи. Ладно. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Люблю вас. Целую. Будет интересно, я что-нибудь сниму. Пока. Пока-пока, милые. Привет, друзья мои. Здрасте. Друзья мои, такая любимка. Полинка. Любимка. Две этих осталось. Ужас. Вот так вот. Ой, холодно, водите. Ой, там уже все пипец полный, как говорится. Ой. Холодно. Мама не грустит. Никто не катается на великах. Друзья. Я вот один. Хожу. Девки замуж захотели на своем бегу. Ой, господи, вот там он. Вот уже, видите, деревья спили, друзья. Не видно, конечно. Темнота, девочки, мальчики. Девочки и мальчики, темно. Привет, друзья мои, еще раз хочу вот такую лестницу показать. Лестница, чудесница, темнота. Там тоже красота. Уточек, правда, нету. Все уже, типа там, йо-йо. Месяц уже скрывается, прятается. Корабль.
говоря. Пойду домой. Дерево, такая рябина, друзья, колесо там. Видите? Классно. Видите, красиво как. И там вот такое-то здание. И вот такие вот у нас эти есть, как называется. Кофе продают тут в таких вот машиночках. Thank you.
Елочки. Елки светят, как иголки. Тут для ценителей кофе, друзья мои. Вот, объект охраняется. Даже на замочек закрыли. Все. Ладно, пойдемте. Покажу вам Пушкину. Друзья мои, сейчас вон там театр. Старый дом. Ой, старый дом, где все знакомо, и в нем там дерево такое красивое, друзья, хотел вам показать, но, наверное, в следующий раз покажу, как там, ой, там делают его, ой, такой вот красота, театр, ну, сейчас бы не видно вам его. Тут такие вот плитка такая. Вот сейчас показывать буду вам такой театр. Старый дом называется. И хочу сделать эту, как говорится, этот каменюкю. Вот видите, красиво. Ну вот, друзья мои, что вам я хотел показать, рассказать. Ну вот, это в Бирск ездит. Вот так вот. Привет всем друзьям, здравствуйте. Сегодня у нас четверг. Вот что я хочу показать вам. Сегодня у нас не вот расцвели вот как вот. То есть вот они еще не, когда я срезал, они не были распущены. Ну, цветочков не было. Вот такие вот просто бутончики были. Теперь вот смотрите, они распускаются. Красиво, здорово, супер. А там желтая, ой, не желтая, оранжевая, по-моему. Для вас розы, только для вас. Ой, такая красота. Красота. Там вот у меня еще вот орхидеи расцветают. Ой, ну вот такие бутончики. Я вчера полил там. Ой, красиво. И вот они, смотрите. Орхидеи. Прям вот видите, вот такие молоденькие там вот бутончики. И этот вот будет, не знаю, каким цветом будет. Ну, посмотрим. Надо потом его на таком. Ой, видите, а эта ветка прям вообще будет, друзья мои, суперски. А вот она, смотрите. Хочу показать, а вон она. Вот здесь будет тоже цветоносик. И вон она. Тут цветоносик там вот. Где? Вот это вот цветоносик. Вот он, цветоносик. И вот он, смотрите. Вот здесь будет цветоносики. Как курносики. Видите? Вот это долго у меня, конечно, она. Вот она, красота моя. Будем мы радоваться. Вот, листочек такой надо приподнять. Ладно,
это делать. Это тоже полить нужно. Молочай называется. Ой, красиво. Люблю я вас. Целую и ценю. Розы прям шикарные. Шикарный букет. Там вот у меня птички, синички летние. Маленькие он там. Ой, не видно, наверное, да? Полетело куда-то. Бархатцем там растут еще. Еще не замерзли, кстати. Надо там пойти это. Это люди бегают, ходят. Же на работу, ой, или куда-то там еще бегают. Ой, ладно, милые мои. Красивые. Сюда вставлю потом цветочки, букетики. Ой. Фоточки, милые мои. Ой, пока-пока. Люблю я вас, целую. Вот как колбасит, видите? Вот такой сумасшедший ветер. Сумасшедший, друзья. Сумасшедший. Цветочки. Цветочки. Воробьи. И, конечно, вот у меня. Вот это вот. Герани. Может быть, мне пойти выкопать этот, как его звать-то, львиный зев, и посадить его, как вы думаете, даже не знаю. Синичка. Вот она. Белая, белая. Шик-шик там, что-то делают. Ой, сколько их много. Воробьёв. Цини все замерзли. Надо пойти срезать. Все это повыкидывать. Там единственные вот эти вот бархатцы только. Еще. Ну и вот, который вот ноготки, там календула оранжевая такая, цветет еще, заморозков не боится. Но она не видит. Кое-где, конечно, замерзли, но у нас еще нема. Ладно, милые мои. Пока-пока. Еще один. Вот что делают. Короче, знаете, друзья мои, такие хитрые воробьи, они, вот смотри, эти, то есть подходят вот к окошку и начинают там теребить. Видите, что делает воробей. Чтоб не попался, да, воробей наш. Хитрые. Типа, мол, давай это мы потеребим что-нибудь. Ну, там он сидит, он, смотрите. Сидит такой усталый наш воробей. Где-то там. Ой, не могу настроить вам, показать вам. Где-то там воробей, короче говоря, сидит. Ой, такая погода у нас, друзья. Хлеба кинуть надо им.